Доброе утро, друзья! Доброе утро! Сегодня отличная погода. Я вытащила Пашку побегать. Сегодня праздник, не пойми чего. Вот, но Настя мне подсказала, сегодня праздник всех тех, кто работает. У них выходной, они празднуют выходные. Не знаю, друзья. Такое себе. У нас какая-то там другая подоплёка, но у меня вот такая. Такое себе праздник, короче. Но народу тьма вообще. Я боюсь, что мы сейчас там бегать будем, там тоже будет тьма. О, концертик! Время не день, поэтому пьяных еще нету, так что нормально жить можно. Солнышко на улице, погода просто супер. Да-да-да-да-да-да-да. Все уже. Сейчас начнем. Начинаем мы отсюда. Кто в курсе, тот в курсе. И бежим до завкью. Что, все? Капец, ты слабенькая. Очень голодный бегать желудок. Лёва! Что бегать очень Лёва! Голодно. Легкость будет. Класс. Вот так вот. Чувствуешь себя героем, что поднял свою жопу, пробежал самоленько? Чувствую. Чувствуешь? Чуть-чуть. Фу, не, хорошо. Особенно в праздник. Видишь, что люди все идут, гуляют, чипсики, газировочки, пиво. А мы... На самом деле мы не воспринимаем подобного рода праздники, поэтому нам вообще пофиг. Праздник шашлыков! Да, праздник шашлыков и пива, нафиг. Друзья, многие спрашивали по поводу фермы. По поводу фермы я оставлю ссылку в описании, у меня был канал есть, на котором видосики по поводу того, что с ней, как она и вообще зачем я это все делал. Сейчас я быстро покажу вам ее состояние спустя почти полгода ферме, и давайте посмотрим на нее состояние. Ни разу я не пылесосил. Вот такое вот состояние ужаснейшее. Просто она вся в пыли. Наши блоки питания в пылище. Получается, процессор и кулер у него в пылище. Вот смотрите, какой-то Васечка ползет. Настя, Васечку. Нет. Все. Так, Настюха готова. Просто пылесборник. Столько пыли вокруг сейчас. Столько в этой комнате пылища. Сейчас будем как раз прибираться. Ухаживайте за своими компьютерами. И если у кого есть фермы, ухаживайте за ними. Потому что фу, так они... Как-то тут вообще пыль. Это ты вчера астрал смотрела с такими звуками. Че за жесть еще? Просто... Сейчас идем поесть, и как всегда, вот я вижу вот этих вот девчонок с фотографами. Почему-то все девчонки вот в эти инстаграмы фотографируются всяко вот так вот. Настя, почему? Вперед, жопа идет. И только потом все остальное. Только потом. Самое главное — это задница. Идем сейчас обсуждаем Настю на жопу. Ее нету. Настя, короче, объяснила, почему она не фоткается, как все девчулечки, жопой вперед. Потому что попы нету. Скоро она появится, и тогда. И тогда. Если Паша мне разрешит. И тогда держись, Инстаграм. Захват пойдет. Жопа селфи. Блин, ну реально, жопа селфи — это топ. Короче. Очень часто в инстаграме встречаю такое, что девочка как бы, ну, не очень симпатичная, а вот попа у нее очень красивая. И все. И у нее одна попа в инстаграме. Это как бы неплохо. У нас будет и лицо, и попа одновременно. Подписываемся на Настю в инстаграм. Вот так вот. Да. И это... Что еще сказать?
Мы надеемся спойти. Да, мы сейчас покушаем. Нам в попе надо добавить массу, как сказала Настя. У нас она уже упругая, хорошая за счет занятий. Надо массу. Нужно, чтобы массой начать давить, да? Да. Все, подписывайся на Настю в Инстаграм. Поехали жрать. Короче, секретное место показываем. Лучшая столовая, дешево, вкусно, сердито и вообще очень классно на самом деле. Друзья, все сюда, кто хочет есть из Перми. Мне только что Настюха рассказала то, что у нее там девчонка, поделилась с ней информацией. У нее, короче, что-то 600 с чем-то тысяч подписчиков в Инстаграме. То, что она зарабатывает миллион на это. Миллион, ребята, в месяц на 600. Ну, грубо говоря, 500 000 подписчиков приносят 1 000 000 рублей в месяц. Правильно? Женская аудитория. Короче, друзья, срочно все объединяемся, у кого каналы на Инстаграме, ну, у кого Инстаграм-аккаунты больше 10 тысяч подписчиков, пишите нам. Мы вместе с вами объединяемся, взаимно лайки, коллаборации со всеми. За счет этого и вы выиграете, и мы выиграем, и все будут в плюсе. Срочно развиваем Инстаграм, срочно! Хэштег Настя, качай жопу. Везде долбим на стихе. Все, любим вас. Ты довольна? Да. Улыбайся. Еще одна девчулечка у нас в влоге. Так.